Защитные бинты для рук, чтобы минимизировать травмы суставов. В боксе на них ложится основная нагрузка. Без специальной экипировки работают только единицы. Профессионалы высочайшей квалификации. Эти спортсмены только начинают свой путь в боксе. Ручка в замочек, угловые вращения. Бронзовый призер чемпионата мира среди студентов Максим Журавлев никогда не думал, что станет наставником. Однако уже 15 лет тренирует молодое поколение боксеров. Начинал в родной Макеевке, но боевые действия внесли свои коррективы. Тренерские амбиции воспитать олимпийского чемпиона в себе заглушить не смог. Сейчас развивает бокс в Одинцовском округе. Увлечь этим видом боевого искусства старается каждого. Дети как бы тоже разные приходят. То бывает поток детей, возраст определенный, прям какие-то вот они горят. А бывает какой-то возраст приходит, который, ну, нету амбиций, у них ничего нет. Ну, и все равно их приходится вытягивать. И все равно как бы не было через 5-6 лет, в итоге мы с них делаем боксерами. Левая ножка впереди, правая сзади, ручки подняли повыше, тоже ножки и пробиваем, кручиваем уклад. Лево, право. Бокс уже давно перестал быть только мужским видом спорта. Успехи, которых достигли девушки, достойны восхищения. Софья Ерина пришла в бокс из лыжного спорта, не без наводки отца. Первые соревнования предопределили выбор спортсменки. Теперь она самая сильная девочка Подмосковья. Но останавливаться, говорить, нельзя. Впереди следующие соревнования. Перед боем, получается, разминаюсь, слушаю музыку, постоянно я в наушниках настраиваю, разговариваю также с папой, как мне провести бой с тренером тоже. Настрой перед соревнованиями играет важную роль. У каждого спортсмена он свой. Если с мальчишками, по мнению тренера, все проще, то психология девочек-спортсменок работает по-другому. Их тренировать сложнее. С девочками почему сложнее? Потому что если на парня можно крикнуть, строго сказать, то если на девочку так скажешь, то она очень сильно может расстроиться. Подопечные Максима Журавлева всегда показывают отличные результаты. Лучшие спортсмены входят в сборную Московской области. На международных соревнованиях одержали верх над командами из Азербайджана и Казахстана. Впрочем, они точно знают, что главные победы еще впереди. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».